Ребятки, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале, дорогие мои друзья. У нас вышло новое обновление 1.9.8. Ну что ж, давайте немножко разберемся, что это за обновление, что вышло в нем интересного. Вкратце пробежимся и уже сегодня вечером в 20.00 по МСК разберемся более детально и более подробно. Итак, нам сообщают следующее. Как говорилось в одной знаменитой цитате, Брейн, чем мы займемся сегодня вечером? Тем же, чем и всегда, Пинки. Попробуем пережить последний день на Земле. Ладно, цитату мы немного изменили, но уверены, что намек вы уловили. 1.9.8 уже доступно. Именно с таких слов начинается обращение наших любимых разработчиков. Итак, что же нового? Ну, во-первых, конвой вернулся на глобальную карту. После первого запуска ивента мы получили много положительных отзывов и несколько флеш-мобов за его возвращение. Вы попросили, мы сделали. Предварительно мы обновили ивент и добавили новые сценарии развития. Теперь-то рейдеры нагрянут, то зомби всех перебьют. Во-вторых, с возвращением конвоя появились слухи о некой тайной комнате в лобби бункера. Дверь туда заблокирована терминалом. Так, это не та комната. Ладно, проехали. Так вот, дверь туда заблокирована терминалом, который вскрыть можно лишь при подтверждении прав доступа по биометрическим параметрам. Стоит поискать человека с подходящим параметром или хотя бы его останки. А еще добавили новые модификации, которые можно найти в станке. А на сегодня все. Всех крепко обнимаем. Команда Last Day on Earth. По скриптам. Уважаемые пользователи iOS, обновление появится в App Store в течение 2-3 дней. Ну что ж, ничего нового. Ребятули, что я вам хочу сказать? По-моему, обновление крутое. Я, как человек, начавший играть заново, конечно же, рад возвращению конвоя, потому что я-то его не застал первый раз. Поэтому у нас все впереди. Сегодня мы сможем пойти на конвой, посмотреть, насколько он крут, как сложно его там добыть, зачистить и что нас ждет нового. Плюс тайная комната. Останки человека надо найти. Я предполагаю, что нам нужно будет найти где-то чью-то руку. Это будет выглядеть очень эпично. Но мы сможем с вами это сделать. На этом все. С вами был Борода. Короткий экскурс по обновлению. Всем спасибо. Жду всех вечером на стриме. Пока-пока.